Получается, в этом году поддержки сельского хозяйства не будет? За счет средств местного бюджета нет. В проекте бюджета не предусмотрено. Почему? Ну, нет, ну я просто задал вопрос, а почему этот-то не подали в программу? О себе вы помните, о других людях почему не помните? У вас уже проблемы, вот средств в бюджете нет. Депутаты сидят, бюджет дефицитный. Если деньги будут выделены, соответственно, мы распишем программу. Подождите, ну другие дела подали, даже дефицитный бюджет. Вы почему не подали? Подайте, пожалуйста. Шорохов запретил подавать. Вот успокойся, пожалуйста, не к тебе вопрос. Шорохов запретил. За свои слова отвечает, Шорохов не мог это запретить. Я просто и к главе обращаюсь, что ну все дела подали, а отдел сельского хозяйства, который, да, числится вроде район как бы сельскохозяйственный на район. Молодец. А про них забывают. Вы хотя бы просчитывали какие-то варианты, нет? Никто не просчитывал, только по глазам видел. Варианты просчитывались в плане того, что на сегодняшний день господдержка сельхозтоваропроизводителей, я считаю, неплохая. То есть из федерального и краевого бюджета в 2020 году за три квартала 2020 года выделено, получили господдержку сельхозпроизводителей порядка 70 миллионов рублей. То есть, что касается по статьям, я имею в виду по программам. Порядка 70 не могут получить. Да вы считаете сюда и гранты, и все остальное. Да, это и грантовая поддержка, и несвязанная поддержка, и федеральная, и краевая. В том числе и поддержка. А муниципальные деньги в размере... Я веду разговор, кому подайте, пожалуйста, бюджетный проект. Поэтому выделять деньги из местного бюджета, ну, те мелочи, которые, скажем так, допустим, даже 3-4 миллиона рублей на сегодняшний день, сыграть ощутимую это роль... Это уже не мелочи, это так. Сыграть ощутимую роль в агропромышленном комплексе Ачинского района, я считаю, не смог. Что такое на сегодняшний день покупка одного племенной нетеля, это составляет порядка 200-250 тысяч рублей. То есть это уже совсем другие деньги. Я не говорю уже о строительстве каких-то животноводческих комплексов. Хорошо, а стоимость комбайна сколько? Ну, хороший комбайн стоит порядка там, 20 миллионов рублей. Ну и как вот они? 9 будут? Миллионов рублей. 5 миллионов есть комбайн, 3 миллиона есть комбайн. Нет, уже... Нет, Сергей Александрович, это уже возвращение к истокам, скажем так, Советского Союза. То есть нужно двигаться дальше, нужно просчитывать экономику. К вам предложение, вы подайте в проект. Хорошо, мы учтем. Учтите, пожалуйста.